И хотим предложить вам мастер-класс, такую небольшую импровизацию по теме фитнес-мигу. Все очень как бы... Это очень актуально, поскольку скоро близится, все-таки, я надеюсь, тепло. Все скоро будут раздеваться, и необходимо будет привести себя в хорошую форму. Все наше сегодняшнее меню, которое я вам покажу, предназначено и нацелено именно на то, чтобы встретить весну красивыми, бодрыми, веселыми. Ну, вот такое небольшое вступление. Меня зовут Евгений Барабанщиков. Я сегодня с вами здесь вот приготовлю вот эти вот блюда. Ну что, начнем? Для нашего салата нам нужно небольшое количество кефиря, потому что он обладает специфическим вкусом. Некоторые его помнят по анисовым каплям, которые в аптеке продавались. Вот этот вот аромат, который ананасы приобрели после того, как побывали на горячей сковородке раскаленной, он также передался нам сюда в салат.